Всем привет, друзья! Тема видео: британка 5 лет страдала от недомоганий из-за плесени. Жительница Великобритании пожаловалась на плесень в ванной комнате, которая на протяжении 5 лет пагубно влияла на ее самочувствие. Об этом сообщает таблоид Daily Mail. Эмма Маршалл из лондонского района Хакни заметила, что с 2014 года состояние ее здоровья заметно ухудшилось. 29-летняя женщина страдала от периодических головных болей и кожных высыпаний. Однако обследования врачей не выявили признаков заболевания. «Я замечала такие симптомы, как акне, подавленность и боли по всему телу, но списывала все на стресс и переработки», – объясняла Маршалл. В феврале 2015 года у нее обнаружили почечную инфекцию, вследствие чего она проходила 2 недели со специальным катетером. Через 2 месяца она упала и серьезно повредила руку, что привело к острым болям в теле. Затем британка перенесла операцию по удалению аппендикса. Она неоднократно обращалась к врачам, чтобы найти причину непрекращающихся недугов. Но медики уверяли, что пациентке просто не везет. «Кажется, будто кричишь в бездну, когда понимаешь, что болен, но анализы говорят об обратном», – вспоминает она. Маршалл продолжала бороться с симптомами простуды, спазмами и головными болями, но список недомоганий только увеличивался. Она жаловалась на бессонницу, потерю памяти, выпадение волос и отечность лица. По словам женщины, ей пришлось отстраниться от окружающих, поскольку многие полагали, что она драматизирует. К концу 2018 года ослабленное здоровье довело британку до отчаяния. Женщина принялась самостоятельно искать болезни с похожими симптомами в интернете и наткнулась на статью про отравление микотоксинами, природными токсинами, выделяемыми плесенью. Тогда она обратилась к специалисту по функциональной диагностике, уверенная, что нашла корень проблемы. В ходе обследования, проведенного в феврале 2019 года, выяснилось, что уровень микотоксинов в организме Маршалл действительно превышает допустимые нормы. Теперь пациентка собирает деньги на лечение и планирует отправиться в Мексику, где ей смогут оказать необходимую медицинскую помощь. А вы знаете, на самом деле так оно и есть. Нужно обязательно проверить, чтобы в доме нигде не было плесени. И в первую очередь, конечно, это ванная и туалет. Не болейте. Всем хорошего дня.